Барбонздар, урмату замандаштар, Кыргызспорт ТВ телеканалында кайрадан чоң футзалдык майрам. Бизде футзал ассоциациянын кубогу экинчи мелдеш күнү жана экинчи мелдеш күнүндөгү алгачкы беттеш Истиклол Душанбе жана Шавкат Ошары. Дал ушул эки команда паркетке чыгып кез келип жаткан кези, эсиңиздерге сала кетейин, урматтуу телекөрүүчүлөр, ошо ассоциация, футзал ассоциациясынын кубогу ушул быйылкы алгачкы чоң турнир, тагыраак ушул кыргыз футболунун 100 жылдыгына арналган чоң эл аралык турнир. Андыктан дал ушул турнирде көптөгөн Кыргызстандын жана башка коңшу мамлекеттердин футзалдык командалары күч сыноодо. Андыктан келиңиздер, силерди шашылыш элетти курам менен тааныштырып өтөлү. Андан соң өзүмдү да тааныштырып өтөйүн. Кызматыңыздарда бүгүн мен Адилет Темирланов болмокчумун. Ал эми болсо курамдарга токтолсок, Истиклол Душанбе командасы биринчи катар санында Муродов Мурод Джон, экинчи Фирузбек Безмамадов, 12-чи Некрус Идиев, 7-чи Мирсаид Камолов, 10-чи Рустам Мардинаев, 17-чи Самандар Ризомов, 11-чи Бахтиор Солиев, 8-чи Умаров Абдукаюм, 5-чи Мунис Худжаев, 4-чи Никодам Абилов, 6-чи Асламхон Мухаммад Джон, 14-чи Насрат Шо Исмаилов, 9-чи Парвиз Худодов, башкы маштыруучусу Эрадж Масехов. Ал эми болсо Шавкат командасы Раймжонов, Раймжон Шарипов 11, 1-чи дарбазачы Махамакабил улу Марибжон, 8-чи Рахидов Химатило, 10-чи Каримов Мухаммад Друзи, 17-чи Рузибой Тахтахунов, 5-чи Бекмурат Кайрат, 20-чи Шарипов Каюмджан. Ал эми болсо башкы маштыруучусу Йоткорбек Маматов. Башкы калыстар бүгүнкү беттеште Элдияр Келдибеков, 2-чи калыс Надыр Анарбеков, 3-чи калыс Айдар Максутбеков, хронометрист Саламат улу Нурсултан. Мына ушундай протоколдук курамды тааныштырган чакта Истиклол командасы эсеп санына чоң турат. Эсеп сан 1-0. Голдун автору 18-чи катар санындагы 10-чу тагыраагы катар санындагы Рустам Мардинаев. Эсеп сан бизде 1-0. Эсеп сан ак түстө кийимде бул Истиклол Душанбе, ал эми сары кара түстө бул Ош шаарынан келген Шавкат командасы. Эмне дейбиз? Биздин жергиликтүү команда андык командага каршы кандай оюн көрсөтөт болот экен? Биз билебиз, Истиклол футболдо дагы, футзалда дагы күчтүү командалардын курамын, тагыраагы күчтүү командалардын курамына кирет. Андыктан бул командага каршы оюн албетте өзгөчө бир оорчулуктарды жаратат сөзсүз түрдө. Топ менен учурда Шавкат борбор бөлүккө жакшы комбинация соккулган мүмкүнчүлүк бар эле, бирок Раймжон Шарипов бул чыгарып берген топко таамай сокку менен жооп бере алган жок. Жыйынтыгында кайрадан Истиклол топ менен алдыны көздөй чыгарылган топ борбор бөлүккө кайрадан соолгон ат оңунатан Истиклол топту артка тартканга аргасыз катачылык борбор бөлүктөн Шавкат чабуулда жакшы мүмкүнчүлүк, жакшы комбинация, гол! 20-чы катар саандагы Камжан Шарипов эсеп санын тегип отурат. Эсеп саны бизде 1-1. Мына ушундай өзгөчө бир дымак, өзгөчө бир чыңалуу менен дагы беттеш башталып жаткан кези 1-1. Баракелди, эмне дейбиз? Беттештин башталышы өтө бир динамикалдуу жана өзгөчө бир күчтүү ыргак менен башталып жатат. Ушул ыргак оюндун аягына чейин сакталат деген үмүтүбүз чоң. Топ менен кайрадан чабуулда Шавкат командасы борбор бөлүктөн кайрадан топ. Шарипов топту оң канаты аркылуу сүйрөгөнгө аракеттенген, катачылыкка жол берди дагы. Дагы бир сокку. Жакшы мүмкүнчүлүк эле. 17-чи катар саандагы Рузибой Тахтахонов Шавкат командасынан сокку узаткан, бирок бул сокку чоң бир жыйынтык алып келген жок. Истиклол топ менен. Аут. Топ Истиклолдо. Артка чыгарылган топ борбор бөлүк аркылуу комбинация сол канат. Жакшы бир оң канатка чыгарылган топ сол. Жакшы бир комбинация сокку жана 2-1. Ой-ой-ой. Бахтиёр Солиев гол жаратып отурат. Демек эсеп сан бизде 2-1. Истиклол кайрадан алды да. Өтө бир мыкты, ишенимдүү түрдө жасалган комбинациянын натыйжасында Истиклол эсеп санын өзгөртүп алды. 2-1. Голдун автору Бахтиёр Солиев. Кандай жок кайтарат эми Шавкат командасы. Алдыны көздөй чыгарылган топ. Истиклол чабуулда 3-2. Дагы бир сокку. Дарбазачы бул эпизодду албетте жардам берип кетти. Эми болсо Истиклолдун кайрадан экинчи дем менен
чалы ракеты оңынан чыккан жок. Мына ушундай жыйынтыктар бизде учурда улуматтуу телекөрүүчүлөр, эми ойду жыйынтыгына чейин кандай көрүнүштөр болот экен? Да, друзья, очень интересное начало, очень порывистое, очень яркое, я бы сказал, и очень динамичное начало. 2-1 уже по истечении 2,5 минуты говорит о том, что в этом матче эти команды, конечно, будут биться не на жизнь, а на насмерть. Это, конечно, на руку нам, простым любителям футзала, болельщикам, так как мы хотим сегодня увидеть яркую игру. Исекло в атаке тем временем, удар низом, плотненький, но данный удар все-таки не принес никаких дивидендов. И теперь уже попытка комбинации со стороны Шавката. Ожская команда пытается здесь что-то придумать, ошибаются при перепасовке и, соответственно, Исекло с мячом. Что могу сказать, уважаемые телезрители? Напомню, что Кубок Ассоциации Футзала приурочен к столетию крымского футбола. В этом году у нас столетие крымского футбола, соответственно, очень такой интересный крупный турнир. Давно мы такие турниры не видели. Соответственно, соскучились по футзалу, по большому футзалу, можно даже так сказать. Соответственно, на этом турнире очень хорошие команды собрались. Сегодня второй игровой день. Также напомню, уважаемые телезрители, что генеральным спонсором турнира и трансляции является компания Евромебель. Исекло с мячом тем временем. Так, ну, игра довольно-таки неспешная пошла уже. Видно, что вот команды немножко поуспокоились после первых таких динамичных минут. Шавкат с мячом через голкипера играет. С мячом Шарипов. Шарипов сам тащит направо. Пас направо. Дальше. Вперед. Некому подключиться против двоих. Идет на прорыв с фланга. Попытка отдать передачу. Не удалась снова. На Шарипова. Шарипов подстраховывает с центра, смещается, оставляет пас. Сам идет направо. Ошибочка. Поздно слишком увидел сейчас игрок под 17 номером Рузибой Тохтахонов. Именно он сейчас отдавал пас на Шарипова. И в итоге мы видим некую травму у Шарипова. Было столкновение с игроком Исеклова. Соответственно, у него микротравма. Итак, Исеклов. Итак, Исеклов с мячом. Мяч в центре. Перепасовка направо, снова налево. Стандартная комбинация. Ошибка. Ошибаются игроки Исеклова. Быстренько Шарипов вводит мяч в игру. Он также является капитаном команды Шавкат. И упускают. Желто-черный свой шанс. Мяч в центре. Так, было нарушение? Да. Рефери регистрирует. Было нарушение правил. Будет штрафной удар. У мяча 8 номер Исеклова Абдукаюм Умаров. Очень опасный момент. Умаров разбегается, длинный разбег, удар! Выручает голкипер. Нужна быстрая контратака, перехват. Исеклов пытается вторым темпом атаковать. Атака с правого фланга. Нужен пас. Есть пас. Комбинация, удар. И вратарь выручает. Марип Джон. Макабил Улу. Марип Джон выручает свою команду. И угловой. Ну что могу сказать. Вот эти комбинации у ворот, конечно, очень опасны. У Исеклова отлично получается. Но, тем не менее, держится защита, оборона у Шавката. Пас назад. Шавкат с мячом. Шарипов пас направо, снова пас вперед на удар, и здесь также выручает Муродов Мурод Джон, голкипер душамбинского Исеклова. Угловой у ворот Исеклова, с мячом Шавкат. Итак, пас низом, будет удар, удар, но видим, как все-таки стелился под удар игрок Исеклова, соответственно. Был отскок, рикошет, и видим некую травму. Да, очень ободоил острая игра сегодня у нас складывается. Это, конечно, нас радует. И не может не радовать. Нужна медицинская помощь.
Врач уже на паркете, оказывается, медицинская помощь. Тем временем, еще раз напомню, уважаемые телезрители, что генеральным спонсором турнира и трансляции является компания «Евромебель». Также напомню, уважаемые телезрители, что телеканал «Кыргызспорт ТВ» в прямом эфире будет показывать все матчи Кубка Ассоциации футзала. Так что нас впереди ждет большой праздник футзала. Также напомню, уважаемые телезрители, что стартовал очередной сезон Кыргызской премьер-лиги. Сегодня стартовали игры. Так что праздник футбола и футзала на ближайшие несколько месяцев у нас обеспечен. Так что призываю быть с нашим каналом. Тем временем, аут, вводит мяч игроки ФК «Шахкат». У мяча Так, пас на Шарипова Рустама. Удар издалека. Прямо по центру, прямо в руки голкиперу Стеклова. Длинный заброс вперед, непонятный и ненужный. И, соответственно, мяч у Шавката. Шавкат командасы топменен. Алдыңғы көзге чарылған топ, бұл жерде албетте қысқа пас керек. Қайрадан команда капитанына топ чарылған. Гес, жақсы комбинация, бірақ соққыға мүмкіншілік болған жоқ. Бұрыштан шығарып беру, демек қазір Шавкат командасы екінші рет. Бұрыштан шығарып беру орын алуда, соққы ұзату. Жиынтық жоқ, демек контур чабуыл бізде. Исекол чабуылда пас өткен жоқ. Жаңа қайрадан бұрыштан шығарып беру. Айтор екі команда бір-біріне ұшу тез стилінде бұрыштан шығарып берулерді ұзатуда. Алысқа шығарылған топ, соққы! Өте қуатты соққы. Бірақ тағы емес. Шарипов, команда капитаны топменен өзінің нүктесі. Мухаммеда Зиге топты чарып берген. Бұрын өліктен қарадан Исекол топты тартып алуға жетіште. Мен болса қысқа пас арқылыдағы чауылға көздеген тактикасын іс жүзінде атқарған әрекеттеніп та жаңағы қысқа пас өткен жоқ. Демек қайрадан контр чауылға жақсы мүмкіншілік бар. Алдыда чауылда Шавкат командасы соққы. Жаңа Муродов Мурод Джон қайрадан дағы береді өз командасына. Жардан беріп жетіште. Демек бұрыштан шығарып беру. Мен ұшыл ырақты сақтаған соң чауылда жақсы бір игілік көрсеткен әрекеттеніш керек. Шавкат командасы бор-бор бөріктен соққы болуы жоқ. Шариповқа өте ыңғайсыз. Бұл жақтан соққы ұзатқанға дағы бір соққы. Жақсы ойын, сапатты ойын. Мен жеке пікірім бойынша андықтан бұл ойында есеп саны өзгөчө бір минималдық артықшылық менен жиынтық алып окшойт. Бирок тең чыкса дагы таң албайбыз. Топ менен Истиклол. Сол антка чарылган топ. Топ менен Умаров Абдукаюм. Абдукаюм кайрадан борбор бөлүккө өнүктөшү. Асламхонго чыгарууда. Жок. Топту жолотууда. Истиклол, демек Шавкат топ менен. Райымжон Шарипов өзінің өктөшіні бұр-бұр бүлкі топты чарды. Ракетов Химатулло жоқ. Пас өткен жоқ. Бұр-бұр бүлкі чарған топ. Шавкат топменен Истеклол қатачылық. Ойын режесі бұзылған жоқ. Демек ойын ош керек тағы соққыға мүмкіншілік бар. Ал соңғы наттан соққы. Истеклол албетте өзгөчө аракеттерди көрүүдө контур чабуулда. Топ менен кайрадан Шавкат. Шавкат командасы. Артка чарылган топ алдыны көздөй. Борбор бөлүктө. Истеклол сол канат. Катачылык. Истеклол топ менен. Ойн эрежеси бузулду. Истеклолдун 8-чи катарындагы Умаров Абдукаюмга каршы ойн эрежеси бузулду. 20-чы катарында Шарипов. Каюмжан. Ойын эрежесин бузган Шарипов. Соку жок. Кооптоп ал бар болчу, бирок максатына жете алган жок. Шашлыш туура Истеклол топту оюнга кошту дагы эми болсо тактикалык ыкмалар аркылуу дагы чалууга чыгуу аракеттерин көрүүдө. Бирок ошентсе дагы Шавкат командасы өз аракеттери менен топко жетишти дагы эми болсо каршылаштардын позициясына көздөй чабуул уюштурууга аракеттерди көрүүдө. Баш аламандык орун алды дагы жыйынтыгында Истеклол топ менен. Аут. Эмне дейбиз урматтуу телекөрүүчүлөр? 8-7.5 мүнөт оюндун 7.5 мүнөтү артта калды. Жалпы ушул оюн боюнча пикир айта турган болсок, кандайдыр бир аналитика жүргүзө турган болсок, оюн жаман эмес, сапаттуу, кооптуу абалдар көп, кооз соккуу комбинациялар көп. Кудайга шүгүр. Айтор бул оюн өзгөчө бир бул оюнду көрүп өзгөчө бир рахат алсак болот.
Аут топто учурда. Ризомов Самандар. Ой-ой-ой-ой-ой! Мына сага комбинация. Бүтүсүз жерден. Эсептен өзгөрүп отурат. 3-1. Голдун автору Ризомов Самандар. 17-чи номер катарсандагы оюнчу. Өз кезегинде чыгарылган топко башын тосконго дагы үлгүргөн. Келгистер кайтадан дагы бир бамды өтөдү. Шашыш түрдө. Өтө кубаттуу жана мына башын жөн эле гана тоскон. Сүзгөн дагы эмес. Албетте бул абалда Шавкаттын дарбазачысы мындай абалга даяр эмес болчу. Мындай жагдайга жыйынтыгында эсеп саны бизде 3-1 өзгөрдү. Алдыда Истиклол Душанбе командасы. Топ менен Шарипов. Экинчи кабатка жүктөлгөн топ. Жыйынтык жок. Топ менен Истиклол. Жок. Ойнош керек. Акыркы секундага чейин ойнош керек. Ар бир эпизодто. Шавкат топ менен. Оюн эрежеси бузулдубу? Ооба. Стандарт кабыл орун алат. Да, друзья, довольно-таки удивительно все у нас происходит. Довольно-таки, я бы сказал, интересно все здесь происходит. 3-1, очень непредсказуемый мы эпизод видели предыдущий, когда вот с простого аута забили гол и забили не абы как, а головой. Быстренько разыграли игроки Шавката мяч. Шарипов, капитан команды, сейчас мячом пытается отдать пас, пас в центр, дальше перевод направо. Можно отыграть центр. Очень плотно свои позиции заняли игроки Стеклола. Свободных зон мало. Удар издалека. И, конечно, здесь Махамма Кабил Улу Марибджон, голкипер Шавката, был готов к такому развитию событий. Из аута сейчас будет вводить мяч в игру Идиев Некрус. Некрус вводит в центр. Тащат мяч игроки Стеклола. И аут снова. С мячом и Стекло. Так. Отличный пас. Направо был. Тем временем Шавкат в атаке. Пас не проходит. Нужно поторопиться. Все уже подтянулись. И удар, конечно, был сильный, но не точный. Неточный, спешный удар, конечно, редко приносит какие-то дивиденды. Соответственно, нужно было либо самому попытаться пройти и пробить с близкого расстояния, либо уже отдать пас под удар. Некрус играет налево. Можно отыграть центр, либо пройти самому. Решил сам пройти. Пока что ему это не удается. Удар издалека низом. Не совсем опасный. Шавкат с мячом. Дальше в центр. Пас назад и ошибочка. Итак, с мячом Истеклол. Так, неразбериха у ворот Шавката и Истеклол. Упускает шанс, нужно быстренько уходить в контратаку. Шавкат пытается уйти. Было нарушение? Было нарушение? Нет, не было. Но мяч у Шавката. Пас назад. Дальше налево. Снова Шавкат. В центре мяч. Отыгрывают назад. Не проходят комбинации. Сразу двум сразу. Не совсем понятна была мысль вообще сейчас с этого паса. Потому что ну там находились сразу два игрока из Стеклола. Зачем отдавать? Так. Помешали. Аут. Отворот точнее. Или все-таки аут? Да. Все-таки аут. У мяча Шавкат. Единая передача в центр. Не совсем удобная для обработки. Соответственно, отскок и аут. Итак, с мячом Истеклол.
Перехват. Нужно побыстрее уходить в контратаку. Сам прорывается Шарипов. Не дают ему пробить. Контратака в 3-1 идут. И Секлоу. Есть удар. И промахивает. Промахивается Бахтияр Салиев. Имел отличную возможность довести счет до 4. Но вот в последнем моменте, мгновении, не сумел забить в открытые ворота. Шавкат с мячом. Пас направо. Дальше вперед. Так. Кажется, пробили по ногам. Но судья не зафиксировал нарушение правил. Соответственно, будет аут. Да, нужна медицинская помощь. Итак, продолжается игра. Счет у нас 3-1. Впереди Душамбинский и Стеклол. Коротким пасом пытались здесь разыграть. Так, дальше вперед. Не проходит пас. Пас назад. Шавкат с мячом. Аут. Мяч у Стеклола. Осталось до конца первого тайма 8 минут. Времени, в принципе, достаточно. Шавкат с мячом. Так, неплохая попытка и какой подкат. Нарушения не было. Нарушения не было. Очень идеальный такой подкат. Идеальное исполнение, конечно. У мяча 10 номер Каримов Мухаммадрузи. Мухаммадрузи, комбинация, черпачком закидывать, некому пробить. Мяч также у Шавката и у нас аут. Мяч у Шавката, снова пас назад, удар по центру. Сильно, но безрезультатно. Снова быстренько ввели мяч и Стеклол. Так, мяч в центре, сам тащит, можно отдать налево. Есть пас налево, направо. Удар, нет, промахивается, неудачно пробил 4 номер Абилов никогда. И тут команда Шавкат просит тайм-аут. Ну да, конечно, проигрывается счетом 3-1. Нужно уже что-то менять в игре. Потому что, вот как мы видим, уже команда застопорилась. Команда уже как-то не знает, что делать в атаке. В первую минуту, да, играли более осознанно, более, я бы сказал, результативно. Сейчас нет. Нужно уже что-то менять. Итак, продолжается игра после короткого тайм-аута. С мячом Шавкат. Длинная передача. И здесь голкипер на выходе играет. Вынос мяча. Так. Короткий пас. Длинная передача, не проходит. Аут, мяч у Шавката. Как-то подинамичнее начали уже перестраиваться игроки Шавката.
Пас направо. Удар низом с острого угла не проходит. Конечно, очень много большое скопление игроков. Какой удар. Плотный, сильный. Но по центру Истекол бежит в контратаку. Пас налево. Здесь можно уже подключиться. Либо отдать пас назад. Решил отдать пас назад. Здесь уже позиционная игра начнется. Никодам с мячом снова налево. Таджикистанцы пытаются здесь что-то придумать. Но, как мы видим, не получилось. Позиционная игра у них не получалась. Не получилось, и, в принципе, Шавкат уже с мячом. Итак, пас-центр, снова направо. Ох, какой подкат, вынос мяча в исполнении голкипера из Таджикистана. Истекло в атаке, с острого угла пробьет, решил пас отдать. На завершении, и нарушение правил. Столкновение игроков. На паркете находится Рузибой Тахтахунов, 17 номер Шавката. Итак, с мячом. С мячом. Итак, Истекло отыгрывает назад. Пас налево. Низом, безадресная передача. В итоге нет результата. Итак, снова Шавкат с мячом, пас назад. На ближнего. Снова в центр. Пытается сейчас позиционно выйти в атаку, создать острый момент. Не удалось. Топмен учурда Истекло командасы. Не дейс урмату телюшлер. Есепсан бізде дағдайлы өзгөрлек. 3-1. Алды да. Истекло командасы. Дал ушу команда. Алғачқы мүнеттерді. Алдыға чыққан. Ошондон бері учурда қаршылашына тақырын. Учур көрбей жатқан кезде. Есепсан тенге енді. Истекло топмен. Алдыны көздөй, Шавкат. Солынан таркылу чалу аракети. Пас керек. Түшүнүксүз аракеттерди көрдөбүз. Пас чыгарган ордуна. Азыр топту соккузаткан аракеттенген. Мен оюнча бул туура эмес чечим болгон. Алдыны көздөй чыгарган топ сокку жана. Контру чабуул. Жок, жетишпейт. Аутап алып. Шавкат топ менен. Сол канатты көздөй. Истекло. Чабуулда. Жакшы мүмкүнчүлүк бар. Сол канатка чыгарылган топ. Жана бул ирет албетте мүмкүнчүлүк болгону менен жакшы бир жыйынтык чыгарылган жок. Истекло топ менен. Алдыны көздөй. Артка чыгарууга аргасыз. Кайрадан оң канат. Позициондук оюн башталгандан кийин мына биз көргөндөй өзгөчө бир тирешүү орун алууда. Топ менен 6-чы катар сандагы Асламхон Мухаммад Джон. Истекло. Алыстан сокку орун алабы? Жок. Сол канатка пас. Кыска пас аркылуу дагы. Мобилдүү түрдө. Каршылаштардын позициясына чабуул жасаган аракеттенген, бирок максатына жетишкен жок. Оюн эрежеси бузулган жок. Аут абалы топ менен Душанбеден келген команда. Таджикстандык команда топ менен 17-чи катар сандагы Самандар Ризомов. Топмен Истекол. Шавкат топменен контр чабуулга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Жок. Сокуну көрө алган жок. Кос кайрадан сол канатка чыгарылган топ өткөн жок. Шавкатта жакшы бир мүмкүнчүлүк бар. Соккузатыш керек. Жок. Өз максатына жете алган жок. Жана бул ирет кайрадан Муродов Мурод Джон
Исиклолдун голкипери дагы бул ирет өзгө чишенин доюн көрсөтө алды жана аут алган Шавкат топту оюнга кайрадан кошмокчу. Топ менен Шавкат артка чыгарууга аргасыз топту. 2,5 минут калды оюн аягына чейин. Алсан узатылган сокку жыйынтыгы жок. Топ менен Исиклол кайрадан. Актардын аракети азырынча огунан чыга элек. Аут албетте аут. 12-нчи катар саныдагы Идиев Некрус топту сактай алган жок. Эми болсо кайрадан кара сарылар топ менен. Шавкат топ менен. Өтө бир кызыктуу тиреш жана оюн эрежеси бузулдубу? Жок. Калыс оюн эрежеси бузулган жок деген чечим чыгарганын көрө алдык жана эмне болду бул жакта? Ризомов Самандарга жаракат алганын окшойт. Медициналык жардам көрсөтүлөбү же көрсөтүлбөйбү? Күтүп турабыз. Итак, осталось очень мало времени, ровно минута до конца первого тайма. Исиклол очень основательно так атакует позиции Шавката, но, как мы видим, пока что безуспешно. Напомню, уважаемые телезрители, что после окончания первого тайма у нас будут серия буллитов. Соответственно, очень много интересностей. Вообще, этот турнир отличается от других турниров многими такими деталями. О них мы, конечно, расскажем чуть дальше, далее. Соответственно, а сейчас, как мы видим, Исиклол взяла тайм-аут, чтобы перестроить игру на концовку первого тайма. Ну, посмотрим, смогут ли. Итак, отличный подкат демонстрирует игрок таджикистанской команды Шавкат с мячом. 43 секунды до конца игры. Нужно уже, конечно, концовку выгрызать. Не успевает сейчас завершить комбинацию ударом. И здесь снова нарушение правил. Очень острая игра. Очень динамичная такая, принципиальная. Прям чувствуется, витает запах вот этой враждебности, соперничества, принципиальности на вот, Фолке Газпром. Это чувствуется, это передается. Это, конечно, нас радует, как болельщиков. За это и мы любим футзал. Итак, штрафной удар. Смогут ли отквитать один мяч? Шавкат. Посмотрим. У мяча 20 номер Шерипов Камиджан. Ждем свистка арбитра. Свисток есть. Шарипов удар. Попадает в стеночку. Прям по центру бил. В стеночку.
Ну, здесь нужно отыгрывать. 26 секунд. Длинная передача на второй этаж. Скидывает. Какая комбинация-то красивая-то была. Если бы завершили голом, то, возможно, это был бы таким, знаете, голом тура, если можно так назвать. Тем временем, контратака в исполнении таджикистанской команды. Пас налево. Снова перешла игра таджикистанцев в позиционную. Удар издалека. И ничего нет. Итак, с мячом. Ну все, уважаемые друзья, завершается первый тайм со счетом 3-1. И стекло в Душанбе впереди. Шавкат забил всего лишь мяч, но это всего лишь первый тайм. Впереди еще целый тайм. Булиты, пенальти, так что рано еще списывать со счетов ошскую команду. Онлайн-оплата интернет-услуг и телевидения от Мегалайн стала еще удобнее. Пополняйте свой счет любой банковской картой. Сохраняйте номер карты для повторной оплаты в пару кликов. А при оплате со смартфона воспользуйтесь функцией сканирования карты и безопасным автозаполнением данных. Мегалайн. Просто, выгодно, надежно. Итак, в сфере 10-метровых ударов к мячу подошел Самандар Ризомов из Истикола. Против него Махубил Улумарибжон. Длинный разбег, удар и забивает Самандар Ризомов. 1-0. По 10-метровым ударам. Посмотрим, что будет дальше. Шарипов Кайджан. Разбег. И промахивает
Снова Самандар. Резонов будет пробивать 17 номер. Так, отбивает Марибжон. Сейчас Шарипов Камиджон должен зайти. Разбег, удар, не забивает. Второй раз подряд не забивает. 2-0. Итак, Самандар Рисомов промахивается. По-прежнему счет 1-0 в пользу Истеклова. Теперь будет бить Хайрджан Шарипов, прославленный футболист, игрок сборной в прошлом. Хайрджан Шарипов. Удар. Снова не забивает. Четвертый раз не забивает Хайрджан Шарипов. Теперь же серия буллитов. 10-метровые удары завершились. Теперь серия буллитов. Буллиты как в хоккее. То есть нужно выйти один на один и забить. У Истеклова будет участвовать в буллитах Бахтер Салиев, 11 номер. А у... Так, Бахтер Салиев. Не смог. Номер и забивает. Первый буллит забивает игрок Хавката. Это у нас 17 номер Рыздебой Тахтахонов. Точнее 19 номер. Так, Бахтер Салиев забивает. 1-1. Вторая попытка. Очередь Шавката. Вторая попытка Шавката. Не забивает. 1-1. Бахтер Салиев теперь будет. 2-1. Забивает. Очередь, третья попытка, команда Шавкат. 2-1 у нас. И забивает. 2-2. Все, завершается серия буллитов. По буллитам у нас 2-2, по пенальти 3-1. Соответственно, впереди Истекло. Жизни. Онлайн-оплата интернет-услуг и телевидения от Мегалайн стала еще удобнее. Пополняйте свой счет любой банковской картой. Сохраняйте номер карты для повторной оплаты в пару кликов. А при оплате со смартфона воспользуйтесь функцией сканирования карты и безопасным автозаполнением данных. Мегалайн. Просто, выгодно, надежно. We'll be right back.
Евромебель. Цены для жизни. Итак, стартовала вторая половина матча международного турнира Кубка Ассоциации футбола Крымской Республики между командами. Итак, уважаемые телезрители, начинается второй тайм увлекательного матча между Шахтёрским Стеклом и Ошским Шавкатом. Счет после первого тайма у нас 3-1 в пользу Стеклола. Шавкат с мячом, пас направо. После этого эпизода мы озвучим составы команд. Так, мяч в центре, снова направо на Шарипа. Райан Шарипов снова играет неудачно. Итак, составы команд быстренько пройдемся. 11-й капитан команды Шахтёр Райан Джон Шарипов. Первый голкипер Махама Кабил Улу Марибджон. 8-й Рахидов Химатило. 10-й Каримов Мухаммад Друзи. 17-й Рузибой Тухтахонов. 5-й Бекмурат Хайрат. 20-й Шарипов Каримджан. Тренер команды Йотгурбек Маматов. Команда Истеклол Душанбе. Голкипер Муродов Мурод Джон, 2-й Фируз Бозмамадов, 12-й Никрус Идиев, 7-й Камолов Мисаид, 10-й Рустам Мардинаев, 17-й Ризомов Самандар, 11-й Бахтиор Салиев, 8-й Умаров Абдукаюм, 5-й Мунис Худжаев, 4-й Никодам Абилов, 6-й Асламхон Мухаммад Джон, 14-й Насрашо Исмаилов, 9-й Парвиз Худодов, главный тренер Ирач Насехов. Главный арбитр матча Ильдиар Хильдибеков, 2-й судья Надыр Анарбеков, 3-й судья Айдар Нахсутбеков и хронометрист Салмат Улу Нурсултан. С противной частью закончили, давайте непосредственно об игре. Длинная передача, безадресная передача с мячом Истеклол. Таджикистанская команда Самандар Ризомов ищет своих товарищей. Передача направо. Неплохой проход. Есть комбинация. Нужен удар. Ну зачем вот этот лишний пас? Ну зачем? Нужно было самому реализовывать момент. Упустили душанбинцы. Отличный момент. Эпизод запороли. Но тем не менее. Продолжаем смотреть, что, чем ответит Шавкат. Ой, какой красивый такой финт в исполнении Райнджона Шарипова. Красивый, но ненужный. Длинная передача. Снова Райан Джон. Есть момент. Эпизод. И промахивается Рузюбой Тахтахонов. 17-й номер Шавката. А вроде бы казалось, нужно просто завершить пас хорошим точным ударом. Шавкат с мячом. Контратака. 3-3 идут. Сейчас есть пас налево. Есть карнизом. И нет. Какой-то матч обманутых ожиданий, на мой взгляд. Я, конечно, утрирую и, конечно, немножко преувеличиваю, но, опять же, это наша человеческая натура, если так немножко пофилософствовать. Пас направо. Салиев играет. Так, Каримджан Шарипов. Давно не видел легенду нашего футбола Каримджана Шарипова. Вообще в деле. Помнится в год, когда Шарипов разрывал из национальной сборной. Отлично проявлял. Классный был игрок, конечно. До сих пор люди помнят, любят его. Потом он надолго уехал, если не ошибаюсь, в 13 или 14 году в Турцию уехал. И там долго играл в 4-м дивизионе. И после этого пропал вообще из поля зрения. И вот сейчас, через столько лет, появляется на турнире по футзалу. Очень интересная судьба. Игрока, конечно. Пас налево. В этом, конечно, я не вижу ничего плохого и как бы предрассудительного. Просто констатирую тот сам факт, что классный игрок. Игрок, которым мы раньше наслаждались, в полной мере не смогли его увидеть вообще. На мой взгляд, да, Каримджан Шарипов не полностью раскрылся. Мог еще многое показать. Но вот такая вот интересная судьба у него сложилась. Тем временем, угловой у ворот или не угловой? Нет, все-таки нет, нарушение правил. Мяч в центре, с мячом Истеклол. Пас в центр. Салиев Бахтиор ищет своих товарищей. Пас назад, Самандар. Самандар Ризомов играет. Налево тащит, сам направо сместился. Удар! И...
4-1. Интересненько, Самандар. Молодцом. Сам с замахом налево, потом направо убрал и сразу же пробил. Пыром прямо, сильно, точно. 4-1. И никто из игроков Шавката не сумел его накрыть. Это, конечно, упущение. Нелей Сурмато, Телегушты, Ресепсаны, Бизде, Тверд, Перегайлинган, Джахшелли Гуралдык, Саманда Резомов, Ютубер, Ищеним Дитюрде, Ресепсан, Низгурталды, Ресепсан, Бизде, Тверд, Алдада, Таджикстан, команда. Имя Осо, Маданары, Ойндун, Бағыты, Кандай, Нухта, Изгуреткен, Дитутралы, Топмен Учурда, Райм Джон Шарипов, команда капитаны, Шавкат Чаулда, ойын режесін бұзылды, албетте. Стандарт қавалы орналыс керек. Стандарт қавалы. Топта Рузибой Тұқтахунов. Соққу тағы емес. Топмен ұшырды. Шавкат командасы. Топмен. Шавкат. Артқа шығарылыш керек. Жоқ, алдын көзді, сол қанатқа комбинация орын алған жоқ. Аут алды. Қоштың командасы аут алдынан топты ойын қошмақшы. Қысқа пас, өнек төшіні. Қайрадан, сол қанатты көзді, бұр-бұр бөлікі топты шығарса болды әлі, бірақ өзі алдын көзді топты о, соқ құзатқанға. Үлгірген дағы бірақ жиынтықсыз. Истекло. Тәжікстандық команда топменен артқа шығарып беру. Оңғанат, қайырдан қысқа пас арқылы бұр-бұр бүлікі жоқ, өткен жоқ, аут алды. 5 минут, екінші таймдың 5 минуты, артта қалды. Есептан дағы дәлі 4-1. Топынан, Шавкат командасы алыстан соққу, жиынтықсыз соққу. Жоқ, өткен жоқ. Бар-бар бөлігі. Душанбинцы с мячом. Пас в центр. Отыгрывают назад. Снова вперед. Перепасовка в стиле футзала. Короткие пасы с перемещениями. Пас назад. Решили с голкипером, как с полевым сыграть. Пас центр, контратака, возможно, будет, нет. Азнабаба, Шавкат в атаке. И стекло перехватывает и быстренько пытается уйти в контратаку. Пас назад. Перемещение можно сделать налево. Так, неплохая попытка. Слишком далеко, кстати, мяч он отпустил от себя. С мячом. Итак, мужская команда с мячом, перехват, длинная передача и нет.
тем временем. Желто-черная пытается что-то придумать. Пас налево. Длинная передача. Перехват. Истегол в атаке. Итак. Длинная передача. Снова черпачком закидывает центр. Так, ошибочка. А вот мяч у Шавката. Итак. Пас назад. Удар! И... Раймджон Шарипов забивает гол. 4-2. Четыре два. 11,5 минут осталось. Ох, какой гол забивает команда «Истекло». Седьмой номер команды. Мирсаид Камолов. Камолов Мирсаид, номер 7. Счет матча 5-2. И снова забивает команда Шавкат. 5-1. Гол забил снова Раймджон Шарипов. 5-3. Мячом команда Шавкат. Пас назад. Пас направо. В центр. Неплохо. Есть удар. Какой неплохой удар. Раймджон Шарипов снова создает опасный момент у ворот душамбинского клуба. Так, длинная передача. Острая команда в атаке. И... ну, момент был, конечно, острый. Обостряется игра в концовке встречи. Салиев Бахтиёр низом пробивает.
так. И снова попыточка. Мячом истекло. Итак, с мячом душамбинская команда. Пас направо. Есть отличная возможность. Нет, ошибаются в простейшей ситуации здесь игроки таджикистанского клуба. И, конечно, здесь Шавкату нужно воспользоваться моментом. Быстренько идти в контратаку. И попытаться уйти. Итак, истекло в атаке. Пас назад. Снова комбинация. Нужен прострел. Есть прострел. И будет ли удар? Слишком завозились они у ворот. Нужно было бить. И теперь Орская команда в атаке. Шарипов пас вперед. На Раим Джона. Но упускает снова свой момент. И теперь уже черед белых. Итак, душамбинцы в атаке. Пас направо. Удар и выручает голкипер Шавката. Очень неплохой момент и эпизод мы наблюдали. С мячом. Орская команда. Шавката отыгрывает назад. Длинная передача, вынос мяча, аут. Пас назад. Раймджон Шарипов играет дальше налево. Снова пас, снова Каймджан в центр. Перехват, Раймджон Шарипов черпачком вперед закидывает, пас не проходит. И здесь уже истекло. Позиционно пытается уйти в атаку, создать острый момент. Самандар с мячом играет направо. Попытка прорыва и угловой. Да, так и есть, угловой. Удар низом и штанга спасает. Аут. Тайм-аут взяла команда Шавкат. Итак,
Тайм-аут завершился, продолжается игра, длинная передача, не проходит верхом. Футзале нужно играть низом. Итак, Шавкат с мячом. С пятым полевым решили играть игроки Орской команды. Да, не в манишке, а нужно, чтобы была такая специальная форма с игровым номером. Что же будет? Смогут ли с полевым играть? Разрешат ли? Вопрос. Да, ждем вердикт. Нет, все-таки не разрешили играть с пятым полевым без специальной формы. Соответственно, голкипер вернулся. Шавкат с мячом. Играет на ближнего. Перепасовка. Перевод на фланг. И... ау. Шамбинца с мячом. Длинная передача верхом. Пас в никуда, как говорится. И вынос мяча. Аут. Шавкат. Нужно уже поторопиться. Осталось меньше 6 минут. Точнее, меньше 7 минут. Голкипер далеко вышел. Оставил. Так, будет ли дальний удар? Нет, не успел. Аут. Так, отличная комбинация. Ох, неплохо придумали. Угловой. Есть передача на Каюмджана. Удар. Высоко, не точно. Угловой. Был ли угловой? Да, был. И видим, что у игрока истекла травма. Так, пас назад, удар низом. Не совсем понятно. Команда Шавкат взяла тайм-аут. Напомню, уважаемые телезрители, что генеральным партнером турнира и трансляции является компания Евромебель. Итак, тайм-аут завершается очень быстро. Завершили тайм-аут. 3 секунды прошло, теперь нужно уже играть. Меньше 6 минут осталось до конца игры. С мячом Шавкат. Так, мяч сохранили. Раймджан Шарипов отдает на ближайшего. Мяч в центре. Снова налево. Приходит отыгрывать назад. А что делать? Свободных зон мало. Их почти нет. Длинная передача. Не проходит. И здесь и стекло уже. В атаке не совсем удачный пас. Yeah.
Итак, Истеклол в атаке, удар низом, отскок. Подбор. Аут. Очень сумбурная концовка у нас в этом матче. Так, не совсем точный удар. Длинная передача верхом. Шавкат играет пяточкой. Эффектно, но не результативно. Душанбинцев в атаке. Самандар играет в центр. Перехват. Райнджон Шарипов не точно дает пас. 7 временем. С мячом. Таджикская команда. Пас назад. Неплохая возможность была. Затянулись этим эпизодом, конечно. Штанга спасает. Снова Самандар. Итак. Нарушение правил. Нарушение правил. Будет удар. Ждем свистка арбитра. Пас в центр и удар сильный, плотный по центру. Орская команда с мячом. Дальше налево. Отыгрывают. Так, неплохо. Пас назад. Длинная передача, очень точная, но вот не сумел его обработать игрок Шавката. Пас в центр. Удар. Сильный, но не точный. Вынос. Направо. Центр под удар. И нарушение правил. Проводятся разъяснительные работы. Желтая карточка. Желтую карточку получает Урзибой Тахтахунов, 17 номер Шката. Лина. Так, было касание руки. Игру не остановили. Перехват можно дать. Нет, отбор и контратака. Нет, выпускают возможность. Душанбинцы. Осталось играть очень мало времени. Если быть точным, осталось минута 43. Так. Шавкат пытается уйти в атаку. Шарипов. Каимджан ошибается. Пас-центр.
вынос и аут. Ох, какой удар. Так, штурмуют очередной раз. Игроки таджикской команды здесь. Позиции Ошской команды не удалось. Аут. Шавкат с мячом. И осталось играть 36 секунд. Пас назад. 5-3 по-прежнему счет. Голкипер подключается на ближнего. В центр. Нужно оставлять. Кружит над позициями. Словно паук. Сейчас Шавкат. Комбинация прошла. Некому бить. Таджикистан в атаке. Пас направо. 2 на 1. Идут. Удар. И промахивается. Игрок таджикского клуба. Осталось играть 8 секунд. Очень мало времени осталось. И по сути на этом мы завершим данный матч. Но у нас еще есть удары. Соответственно, это 6-метровые удары. Так что впереди нас тоже ждет веселье. Последние секунды. Все, уважаемые друзья. Со счетом 5-3 Истикбол Душанбе одерживает победу. Свою первую победу на этом турнире. Пожелаем удачи Истикболу. Ну а Шавкат, конечно, также мы желаем удачи. Впереди у нас удары. 6-метровые удары. Так что далеко от экранов не отходим. Евромебель. Цены для жизни. Итак, первый 6-метровый удар реализовали игроки Истикбола. Реализовали удачно. К мячу подходит игрок Шавката Каримджан Шарипов. Да, он тоже реализовал. Напомню, 5 ударов. Точнее, до 6 ударов. 1-1. Следующий игрок Истикбола. Посмотрим, сможет ли он реализовать. Смог реализовать. 2-1. Третий удар Шавката. И не смог реализовать. Соответственно, 3-2 по ударам. Четвертый удар Истикбола.
4-2. Мячу подходит следующий игрок. По ударам у нас 4-3 в пользу Исиклола. Пятый удар душанбинской команды. Пятый удар Каимджан Шарипов, если не ошибаюсь. Нет, это не он. Он уже пробил до этого. Удар 5-4. И все, уважаемые друзья, со счета 5-4 у нас по ударам. Счет игры у нас 5-3. Победил Истеклол. Желаем удачи обеим командам. Второй соревновательный день только начался. У нас впереди еще одна игра в прямом эфире. Так что далеко от экранов не уходим. Все это время для вас работал я, Дилет Тимирланов, и техническая группа телеканала Кыргызспорт ТВ. Увидимся, услышимся на паркетах Кыргызстана. Пока-пока. Евромебель. Цены для жизни.